Я, короче, сейчас делаю блог. Блог. Блог это чуть-чуть. Короче, полностью отдыв в Германии. Потім, якщо інвалід. Хочеш, буду тебе розповісти. Я тебе переслала відео. Ти мені можеш, ти хочеш, ми вже об цьому говорили. У мене у Нікіти вже підписчиків тисячі, а просмотрів там мільйон. Ну, я вже не слышала, я просто Стаса. Та работает. Со 140 месяц я начинала, со 140 долларов. Вы же там слушаете. Я вообще уже вышла на 650 долларов в месяц, а теперь у меня еще больше уже. Это все равно, у меня карточка, ну то есть вот это вот пассивный. Нужен не перевод английской транскрипции. Зачем тебе это? Рассматривает все. Транскрипции. Что такое? Что там начальник? Очень много просмотров именно по почте. Вообще ни о чем. Давайте за перспективы. Да. Да. Главное, что... Сегодняшнего вы слышали про день интернетских биткоин? Стой! Сейчас... Да, это было... Сейчас Ависи. Биткоин уже доходит до своего количества. Уже 15 тысяч долларов один биткоин. Они скоро лопнут. Ну кто-то поднял денег. Ты сама нашу карту. Вот сейчас один Ависи. Нет, наличка! Всегда была наличка! Да, да. Не, я рисковал. Я бы даже Мавроди... Ну, тоже чуть-чуть. А, тогда помнишь ли? Да. Ну и что? Да. Не минус? Все. Не минус. Все. Да, да. Меня сейчас одолевают. Давай, давай, ложи денег. А мне нравится больше, что я не вкладываю, а вкладывается вот человек. Ну там всего... Да. Вот, там всего типа 40 гривен. Да. Ну тоже там вот эти все вложения. Я вот сегодня слушал. Красил потолок, слушал, реально рассказывал. Я вникал, вникал. Все. Пока ты на первой ступени. А когда он доходит до этого, все, ну, и теперь, все, я на ну, купи 100 долларов, если ты лишний 100. Ты знаешь, что? Я вообще шарит. Я ела. Ела. Пустой, полезнее, вкуснее. И не вырастут, нормальные бабки выросли. Продал и все. Ой, нет, жди с ним. Потому что ты заполнила пиво. А я пиво. Ты сразу, тебе надо сразу... Кроме пива и рыбы ничего не надо. А рыбу ты ела? Рыбу нет. Рыба... У нас всегда мы даже помолвались, когда пили. Я же нашу рыбу. Это я пью, а я на рыбу живу. Это нас вот дует. Будем пиво с рыбой? Да. Да. Люда, пиво. Это будешь. Не ведут этого кретина. Сейчас еще это. А что, у нас щелодка есть?